Ну что, как думаешь, мы с тобой справимся с этой задачей? Одолеем еще одного босса? Или на этом, как я понимаю, закончим эту главу? Или же нет? Давайте же выясним. Вроде все хорошо. Да? Угу. Тобой пользоваться пока не будем. Посмотрим, кто кому еще что исполнит.
Легонько. А если я хочу сейчас кое-что сделать, как мне это сделать? Тут тебя нет. Мы ж хотели спросить, что, как, почему и зачем. В принципе, давайте сохранимся. И дабы не затягивать наши прекрасные приключения, давайте же воспользуемся могущественным чудом. Как оказалось, он не нужен, по крайней мере, в данный момент, так как я решил идти обратно вниз, дабы открыть там еще некоторые колонны, которые, собственно говоря, не открываются. И как их открыть, я без понятия, и собственно говоря, да, искать способ их открыть — это крайне задача непростая и очень надолго. А посему идем по сюжету. Отворяю врата свои. Спасибо. Нас приведет этот путь. Здрасте.
допустим, мини-босс повержен. Погнали дальше. Спасибо, конечно. Но больше я не хочу. Так. Знаю, что я могу подлечиться с помощью того огня, но не хочу. По здоровью восстановиться-то надо. Так что надо что-то такое легенькое скушать. Так, ткань. Тыба, это у нас еще и квестовый предмет. Интересно. Но мне вроде бы никто дополнительные квесты не давал. На сбор этой ткани. Интересно, может, надо было еще раз походить и поспрашивать у всех? Любопытно. Ну да ладно. Готовы? Птичка, вот ты сейчас реально не вовремя. А вот и он. Наш долгожданный приз. Но, разумеется, нам его не выдадут так просто. Фух, готовьте. Фух. В свое седалище сейчас будет проникновение.
Это было сложно. И мне кажется, что я мог бы, наверное, где-то еще добыть более классное снаряжение для себя. Ну, по крайней мере, то дорогое за 24 тысячи. Я вот так и не купил. Еще. Да, наверное, не куплю. Это жесть столько зарабатывать. Тут столько не платят мне. Дабы я копил себе на это вот. Хотя, конечно, хотелось бы. Ну да ладно. Так, ну еще несколько секретов я не раскрыл, за которые тоже, возможно, дали бы что-то интересное. А возможно и нет. Но в любом случае, худо-бедно с добытыми нами ранее припасами мы справились. Фух.
Ну что тут скажешь? Наконец-таки я закончил эту многострадальную главу. И как, судя по тому, как я вижу себя на вебке, и так, как видишь меня ты, то понимаешь, как глубокий сейчас уже у меня вечер. Что означает только одно. Пора с этим заканчивать. И встретимся уже, ну, разумеется, в следующей главе. Обязательно. Только спустя так и непродолжительные мгновения.